Станция Таганская, стрижка Уркаганская. Эх, Русь, матушка! Як там наш старший брат Запоребрика? Чи відновив руський мир на Донбасі? Чи врятував наших братів в Сирії? Нема відповіді. Але я знаю, хто знає. Свята Блабада, вона отака. До речі, у неї двушка в Москві. А я бажаю вам затишного вечора. Тримайтесь. Российскому правосудию нет равных в целом мире. Наш суд самый гуманный и справедливый. Если кто-то совершил преступление и пытается уйти от ответственности, прикрываясь неспособностью самостоятельно передвигаться или даже отсутствием конечностей, это ему не поможет. В России ополчились преступники-инвалиды. Активист Кабардино-Балкарии Аслан Иритов, недовольный работой местных властей, собрал народные вечи. Мы порядок в республике установим. Доблестные правоохранители республики пришли в дом семьи Аслана, дабы выяснить, в чем проблема. Повалили кое-как. По полу там меня начали бить ногами, приклады начали бить. Но вместо разговора Иритов, несмотря на отсутствие кистей рук, избил спецназовца. Правда, доказательств тому нет. Сам же Иритов также не признается и продолжает гнуть свою линию, мол, кроме него избили и семью. Вашего брата два раза ударил, меня еще уронили на землю и тащат по земле меня. Но ведь полиция в России врать не может. Кто бы что ни говорил, а задержан и обвинен в нападении на полицейского человек с инвалидностью Иритов. Иритова сюда! Иритова сюда! А вот так несколько месяцев назад совершал нападение инвалид-колясочник Антон Мамаев. Главной целью парализованного было отжать мопед вот у этого мужчины. Чтобы не было никакой расправы, отдать, значит, свой мопед. Разговаривал в основном Мамаев, угрозы высказывал он. И действительно, посмотрите только, преступник до того опасен, что для его транспортировки в СИЗО понадобилось 4 человека. Да и неудобно ему лежать. Теперь-то этот актеришка будет вынужден прибегнуть к чудо-исцелению. Ведь в СИЗО ему никто помогать не будет. Позже, правда, хвала служителям российской Фемиды, над Мамаевым смиловались и выпустили его на волю. А вот кто понес серьезное наказание за невинный проступок, так это бизнесмен Умар Джабраилов. Стрельбы, которые в престижном отеле Four Seasons, больше известном как гостиница Москва, устроил бизнесмен Умар Джабраилов. Стрелял из своего наградного пистолета Джабраилов то ли из-за неправильного поведения персонала отеля. Произошло недоразумение, о чем я сожалею, да, но тому предшествовали какие-то мероприятия со стороны сотрудников гостиницы, да. То ли из-за нервного срыва, он и сам не знает. Это был нервный срыв, это был крик отчаяния. Бизнесмена содеянным сожалеет, но по-другому, говорит, поступить не мог. Я сожалею, но не жалею, что я так поступил. У меня иного выхода не было. Умар Джабраилов – человек очень влиятельный и уважаемый. Не отправлять же его в тюрьму. Суд выписал бизнесмену штраф, но не за хулиганство. Бывшего сенатора Чечни Умара Джабраилова оштрафовали на 4000 рублей. Такое решение принял мировой суд Тверского района Москвы, признавший бизнесмена виновным в употреблении наркотиков. Хотя сам Джабраилов страсть к наркотикам отрицает. Если только они нашли пищевую соду, может быть, это, да. В моей жизни наркотики были по телевизору, и наркотики были, ну, перед глазами. Согласитесь, все в России по совести, по справедливости. И этих людей с инвалидностью мы знаем. Сегодня на коляске, а завтра диверсии могут устроить. С вами была Света Блобода из Москвы. До новых встреч!